Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна. И на прошлой неделе и вместе с праздниками, и перед праздниками. Леон завершил первую главу, и сегодня я хочу продолжить. Мы говорим с Евангелия от Иоанна, второй главы. Здесь есть два события. И я думаю, каждый знает эти рассказы. Первый случай — это когда Иешуа совершает чудо и превращает воду в вино. И второе событие, когда он изгоняет из храма всех продающих и меняющих монет. То есть он освящает храм. И между двумя этими событиями есть связь. Я не знаю, если мы затронем два этих случая, но мы посмотрим. До этого у меня есть 4 урока по первой главе. Не то чтобы я что-то придумал или получил откровение. Это вещи достаточно известные в зависимости от тех мест. И я хочу поделиться этими вещами. Давайте мы прочитаем из второй главы. На третий день в Кане, что в Галилее, была свадьба. Там была мать Иешуа. На свадьбу были приглашены Иешуа с учениками. Когда кончилось вино, мать Иешуа говорит ему: «У них нет вина». «Что мне до этого, женщина?» — отвечает Иешуа. «Еще не пришло мое время». «Делайте то, что он вам скажет», — говорит она слугам. Там было 6 каменных сосудов, водонос для воды. Они стояли для обряда очищения, принятого у иудеев. Каждый вместительностью от 2 до 3 метретов, примерно от 80 до 120 литров. «Наполните чаны водой», — говорит слугам Иешуа. Слуги наполнили их до краев. «А теперь зачерпните и несите распределителю пира», — говорит Иешуа. Они отнесли. Распределитель попробовал воду, которая превратилась в вино, а он не знал, откуда оно взялось. Знали только слуги, черпавшие воду. И зовет к себе жениха и говорит ему: «Все люди сначала подают хорошее вино, а уже потом, когда гости напьются, то что-то похуже. А ты приберег хорошее вино до сих пор». То, что совершил Иешуа в Кане Галилейской, положило начало его чудесам, знакам и знамениям. Этим он явил свою славу, и его ученики поверили в него. Это очень известный рассказ. Я хочу поговорить о нескольких темах. Мы видим, что мать Иешуа принимает участие в этом событии. Возможно, она даже участвовала или организовывала. Потому что она разговаривает со слугами и дает какие-то указания. В хупа, И хупа, или когда двое человек вступают в брак, это нечто великое. И в то время праздновали свадьбу несколько дней. Но вдруг возникает проблема. Закончилось вино или уже собирается закончиться? И в иудаизме и тема вина, и вино — это нечто очень центральное в любой трапезе. И если вдруг посредине свадьбы закончилось вино, то для брачующихся это большой стыд. Это их очень много, очень может унизить. И не только в тот день, но даже в следующие несколько дней. Тогда мать Иешуа видит эту проблему, и она обращается к своему сыну.
Она ему говорит: иди и сделай чудо. И кварма кирала мрочише Иешуа одой хил мамашли шарет бафоаль. Несмотря на то, что Иешуа еще не начал свое служение в полной силе, но она уже знает. И кварма кирауто. Она уже его знает. И кибля арбе галюйот гаштахот миу. Она получила много знаков и откровений, кто он. Возможно, на тот момент ему было уже 30 лет, но на протяжении жизни тоже происходили какие-то вещи. Она знает правильный адрес, куда ей нужно обратиться. И нам это тоже важно. Правильный адрес, куда нам нужно обратиться. Она подходит к Иешуа, который является Машиахом. И у нас, когда возникают проблемы, это и есть правильный адрес. И то, что она просит от него, она просит от него чудо. Она говорит: есть проблема, ты способен совершить чудо. А в ответ, который Иешуа дал своей матери, очень странный. Он говорит: что мне и тебе, то есть почему ты так переживаешь за то, что здесь происходит? И он называет ее женщина. И в то время назвать женщину это было нормально, сегодня немножко по-другому принимают. То есть это как будто сказали бы госпожа, это да, было вежливое обращение. То же самое он говорит, когда он висит на кресте, он также называет ее женщиной. Но этими словами он передает ей определенное послание. И это первый урок. Он говорит: Бог это не кукла. Это не то, чтобы вдруг у нас какая-то появилась нужда, и мы приходим и говорим: Господь, мне от тебя что-то надо. Даже человеку, у которого есть силы и дары. И это не означает, что ему нужно использовать свои силы и дары в определенный момент. Он говорит: пока не наступил час мой, для каждого события есть свое время. Он говорит, что не делаются чудеса направо и налево просто по желанию, по твоему. Все должно соответствовать Божьей воле. И это то, что он передает. Он говорит: я делаю то, что велит мне Бог. Мы часто нуждаемся в разных вещах. И святые писания ободряют нас. Они говорят: просите, и дано будет вам. Все это знают, да? Место писания: просите, и дано будет вам. Но мы забываем, что следует в продолжении. Написано: если будете просить по воле Его, то даст вам. То есть все вокруг происходит по воле Божьей. И Иешуа, он пришел для того, чтобы исполнить волю Бога. И для нас урок. Всегда у нас у всех есть разные желания. И это хорошо, что у нас есть желание. Но нам нужно подогнать наши желания под Божью волю. И тогда вы получите. И тогда Господь будет действовать. И тогда будут чудеса и знамения. Поэтому Бог это не кукла. Это не Санта-Клаус, который раздает подарки и вдруг совершает чудеса и знамения. ובעצם מרים היא מבינה, מבינה את המילים שלו. И Мирьям понимает его слова. ואז היא אומרת למשרתים: בסדר, תעשו מה שהוא יגיד לכם. И тогда она говорит слугам: то, что он скажет вам, то и делайте. ומדין, Иешуа, הוא יודע למה הוא נמצא שם. Иешуа знает, почему он там находился. אין מקרים. Нет случайностей. הוא יודע מה הוא הולך לעשות. Он знает, что он будет делать. וכל האירוע הזה זה לא סתם. И все это событие произошло не просто так.
ומה שאנחנו רואים שהוא השני, מה שהוא עושה, הוא בעצם עדיין עושה ועושה את הנס הזה, מה שמרים ביקשה. И второй урок, он все-таки да делает то, что его попросила Мириам. Он делает чудо. עם גישה קצת אחרת. Но с немножко с другого наклона. והלימוד השני, או מסר השני. И второй урок. מה שישוע עושה פה, הוא עונה על המצווה. То, что делает Иешуа, он исполняет заповедь, он слушается заповеди, которая говорит, почитай отца своего и мать свою. И он совершает это чудо. Почитай отца своего и мать свою. Это огромная заповедь в Торе. И написано, что если будешь почитать отца и мать, продлятся дни на той земле, которую Господь Бог дает тебе. יש לפעמים אנחנו בתור מור, אנחנו אומרים, או בסדר, עד גיל 18 אני יכול עוד איכשהו לכבד את ההורים, אבל אחר כך זה לא משנה. Мы, будучи молодыми, иногда себе говорим, ну вот до 18 лет я еще буду почитать отца и мать, потом я буду жить, как мне хочется. Ишуа был уже 30-летним. Ишуа был уже 30-летним мужчиной. Ва митцва азот и мамаш актуалит. И эта заповедь, она актуальна всегда. Зе бемет шейла гдоля, ма зе омер лехабед эт аорим? И это большой вопрос, в чем состоит почитание своих родителей. Аин зе бемет леасот коль ма шем мебакшим? Делать ли то, что все, что они просят? Лекаем эт коль адриша шелаем? Исполнять все их требования не обязательно, совсем нет. Потому что иногда родители ошибаются. Иногда у верующего человека могут быть неверующие родители. И иногда их просьбы могут противоречить тому, что написано в Божьем Слове. אבל היחס הוא צריך באמת להיות כבוד. Но ваше отношение к родителям всегда должно быть почтительным. וזה באמת חוכמה גדולה איך לקבל את איך לקבל את זה ואיך להתייחס להורים. Это великая мудрость. שאתה גדול פה. Как относиться правильно к родителям, особенно когда вы уже взрослый. אבל עדיין, תקשיבו, המצווה הזאת היא מאוד חשובה. Но послушайте, эта заповедь очень важная. אז שאלוהים באמת ייתן לנו חוכמה לכל אחד. Поэтому пусть Господь даст нам мудрость и каждому из нас. איך להתייחס להורים שלנו. Как относиться к нашим родителям. איך להגיב על הדרישות והבקשות. Как нам реагировать на их требования и на их просьбы. אבל לעשות את זה ממש בעדינות ובכבוד. Но чтобы это делали аккуратно и с почтением. עוד דבר אחד, כמו שאמרתי, כשפתאום נגמר יין, זה בושה גדולה לאנשים. И как я сказал, когда закончилось вино, это могло привести к огромному стыду брачующихся. אז אני רואה פה שישועה, הוא מראה לנו עוד דוגמה אחת של רחמים. Еще я вижу здесь, что Иешуа показывает нам пример милости. רחמים ואכפתיות לזולת. Милость и забота о ближнем. אנחנו כולם מכירים פסוק, אני מקווה, כולם מכירים פסוק, שבזמן האחרון תתקרר האהבה ו... Мы, я уверен, что все знают это место писания, написано, что в последние дни охладеет любовь. מכירים פסוק כזה? Знаете такой стих? בפועל מה שכתוב שם, לא כתוב שם שתתקרר האהבה, יש שם מילים אחרים לגמרי בעברית. И на самом деле то, что написано на иврите в оригинале, не написано охладеет любовь. אלא כתוב שתגדל האיפקרות. Написано, что возрастет безразличие. כלומר, אנשים לא יאכפת לבן אדם מה קורה איתו. То есть людям будет все равно, что происходит с другими людьми. אנשים יראו שבעיה בבן אדם, בבעיה, אבל הם יעזבו אותו. Они будут видеть, что человек находится в проблеме, но они его оставят в этой проблеме. Они пройдут мимо, так как написано в притче про доброго самаритянина. Это написано, произойдет в последние дни, и это наши дни. Что будет возрастать это безразличие. И то, что показывает нам Иешуа, показывает его небезразличие, его любовь к людям и то, как он милует людей. Он показывает отношение Бога. Что его заботит каждый из нас.
И это очень важно понять. Потому что если он заботится о каждом из нас, то мы должны реагировать соответственно. Мы можем надеяться на него. И мы можем приносить перед ним наши проблемы. Это волнение и всю нашу жизнь. Потому что мы ему не безразличны. И он учит нас, что мы также должны относиться к другим людям вокруг нас. Когда ты видишь проблему, не проходи мимо. Что самое интересное обычно? Когда кто-то приходит к другому человеку со своей проблемой, так происходит всегда. Ты всегда в это время занят. А во время, когда нет проблемы, ты говоришь, если что, обращайся, я готов тебе помочь. Но вдруг, когда у кого-то действительно произошла проблема, и к тебе обращаются, ты вдруг очень занят. И не то, чтобы ты так все обставил, что ты занят. Ты действительно занят во время, когда тебе звонят с проблемой. У тебя есть другая проблема. Это твое испытание. Как ты будешь себя вести? В любом случае ты идешь помогать человеку. Или ты объясняешь свое положение, объясняешь, что ты занят и не можешь помочь. Ты можешь назвать это отговоркой, или это то, что действительно происходит у тебя. Но результат одинаковый. Тебе нужно решить. Или ты поддерживаешь, или нет. Потому что всегда, когда ты занят, люди будут нуждаться в твоей помощи. И это твое решение, как себя вести. אני ממשיך. Я продолжаю. Ишуа אומר פה, מספר בעצם את הסיפור מפסוק 6. Ишуа говорит здесь, рассказывает рассказ из 6 стиха. היו שם שישה קדי אבן. Там были 6 каменных водных сосудов. והם שימשו לטהרה. И они использовались для очищения. ובעצם הוא מספר את הסיפור, הופך מים ליין. И то, что он рассказывает рассказ, то, что здесь рассказано, это как он превращает воду в вино. И то, что написано в 11 стихе. Я не знаю, как на других языках написано в переводах. Написано, что и так положил Иешуа начало чудесам. Чудесам написано. Так есть разница между знаками и между чудесами. Потому что чудо это что-то не сверхъестественное, что произошло. Вода, которая превратилась в вино, это чудо, это что-то сверхъестественное. Но здесь написано знаки, это что-то еще больше. Написано знак, это может быть тем же чудом, но в этом чуде есть значение. То есть нужно понять, почему это произошло. Какой смысл того самого чуда? То чудо, которое произошло, оно должно послужить людям и донести до них какое-то послание. И есть люди, которые эти 6 сосудов, и воду, и вино растолковывают разными способами. Потому что есть смысл, почему там стояли именно 6 сосудов, не 7 и не 8. Ничего нет случайного. И 6 это
Потому что 6 это высокое число, но оно не полное. А 7 это полное, это совершенство, это шаббат. А 6 это что-то, что не завершенное. Аз я начал на 7, что мы вины. Май, за семель шель брита яшана. И поэтому есть люди, которые говорят, вода это символ Старого Завета. А вино это символ Нового Завета. А раньше оно было несовершенное, теперь оно стало совершенным. Вода это евреи. А вино это новое тело, это христиане. То было несовершенное, сейчас это стало совершенным. Вот так нужно к этому относиться. Но не об этом здесь говорится. Не просто так Иешуа наполняет водой эти кувшины, а не другие какие-то. И превращает воду, которая была в этих кувшинах, в вино. Он мог воду, которая стояла на столах, в бутылках или в стаканах, превратить из воды в вино. Но он использует те сосуды, которые были предназначены для очищения по обычаю, и это очень важно понять. Этими кувшинами, эти кувшины использовали для того, чтобы очищать руки, ноги и все тело. Потому что это то, что было важно для каждого иудея, это было обязательство. И это происходит как раз перед Песахом. Человек не мог зайти в храм, если он был осквернен. Если он встретился, например, с людьми, которые были на кладбище, или прикоснулся к чему-то нечистому, ему нужно было пройти процесс очищения. Ему нужно было погрузиться в воду. Омыть руки. Это то, что было обязательно для каждого еврея. Что Иешуа пытается показать здесь? התיאור החיצוני הזה, מה שאתם מתארים עם המים, את החיצוניות, זה בסדר. Он говорит, это ваше внешнее очищение, то, что вы очищаете водой, это нормально. אבל זה לא מושלם. Но это не совершенно. זה לא יכול לספק את הצרכים לדברים יומיומיים. Это не может обеспечить, удовлетворить ваши каждодневные нужды. אומר, אני מקור של... דברים, он говорит, я источник того, в чем нуждается каждый человек. Он говорит, внешнее очищение это важно. Но есть нечто больше, чем это. И он превращает воду в вино, потому что вино кое-что символизирует. Что символизирует вино? Святой Дух, радость, что еще? Завет. Дам. Яйн. Кровь символизирует, вино символизирует кровь. И я хочу вам напомнить, что все это происходит перед Песахом. Этим знаком, этим чудом Иешуа и показывает. Он хочет сказать, что вода, то есть внешнее очищение, это важно. Но это не совершенство. А моя кровь, которая должна искупить вас, она дает, это дает вам совершенство. Так чему коля кадим питом немцаим бояем? Подумайте, что... Представьте, что все эти кувшины, наполненные водой для очищения, вдруг превратились в вино, больше воды нет для очищения. 600 литров. 600 литров. За ОМО. Огромное количество. Можно долгие годы это вино пить потом. А очищаться уже больше нечем.
Можно еще принести другой кувшин. Но значение этого чуда, которое говорит делать Иешуа, и тем самым он говорит, вы нуждаетесь в чем-то большем, чем просто вода. Вам нужна кровь кого-то совершенного. И это то, что символизирует. И только это может очистить вас совершенным образом, и вы будете совершенным. И поэтому следующее событие, то есть освящение храма, это очень важное событие. Мы об этом не будем говорить. Может быть, Леон поговорит об этом в следующий раз. Иешуа – это наше совершенство. И кровь совершенной жертвы – это то, что дает нам очищение. Мы были оскверненными. Мы были оскверненными смертью, грехом и грехами, и всеми нечистыми вещами. А через завет, через вино. И через жертву крови Иешуа. Мы получаем это очищение. Мы стали новым творением. И у нас есть вход в небесный храм. Он открывает нам дверь. Готов, И написано, что увидели это ученики и поверили в него. Это был первый знак, который он показал. Это основа, которую показывает Иешуа. Кровь кого-то совершенного должна пролиться и совершить искупление. А в конце главы он показывает последний знак. И это важно для нас понять. Я хочу помолиться и завершить. Раба, Отец, мы благодарим Тебя за Иешуа, что Ты дал совершенного Агнца, и Его кровью Ты очистил нас. Как Леон говорил в начале, жертва. Сверху и снутри и снаружи то, чем покрываются наши грехи. Совершенное очищение. Помоги нам, Отец, верить в Иешуа, в Твоего Машиаха. Помоги нам понять, что в каждое время ты делаешь свою совершенную работу, чтобы наши желания соответствовали Твоим желаниям. Помоги нам почитать наших родителей. И помоги нам не игнорировать людей, которые нуждаются в помощи. Наполни нас Твоей силой. Во имя Иешуа Машиаха. Аминь.